Не стоит откладывать такую супер игру в долгий ящик, конечно же не стоит, потому что первая игра была великолепна, и Home против Old Boys на ваших экранах, это вторая игра, а Лига третий сезон что-то нечто шедевральное, только что нам показали обе команды, посмотрим, как оно будет во второй игре. Благодарю всех тех, кто написал мне, что же все-таки говорит Лина, что же говорит Лина своей сестре Crystal Maiden, когда они приходят на линию. Слушайте, а Лина еще тот тролль. Вы знаете, там одна из фраз звучит примерно так. Сейчас я зачитаю. Значит, говорит, play Crystal Maiden well, I suppose ice has got to be good for something. Что переводится, играй хорошо, Crystal Maiden, я думаю, что лед должен быть, должен пригодиться для чего-то. Так вот. Что ж, что касается нашего с вами размышления по поводу того, сколько же будет фрагов в этой конкретной игре, то все-таки многие считают, что будет столько же фрагов, сколько и в прошлой игре, от 50 до 70. Кто-то все-таки считает, что будет даже больше фрагов, будет около 100 фрагов, ну, тогда... Ну, на самом деле, было бы больше фрагов, если бы, допустим, играли E-Home против E-Home. Ну, вот... как бы клоны Ротики, ну, если бы можно было клонировать игроков, тогда бы да, потому что все-таки не совсем способны Old Boy сделать такое же количество фрагов, как и Ротикей с командой, так что они только лишь фраги делают в защите, то есть те вынужденные фраги, которые отдают им E-Home, чтобы забирать больше. Конечно же, у многих в пабах всегда такой счет. Некоторые наши зрители интересуются, что же такое фраг. Что же такое фраг? Ну, фраг это... Слушайте, это древняя история, я вам расскажу сейчас. Значит, на заре становления киберспорта, на заре вообще появления вот этих вот игр, были две игры, в которые все играли. Это, конечно же, Quake и Counter-Strike. Тогда еще, ну, был StarCraft, но Quake и Counter-Strike правили бал. Так вот, в Quake всегда, вот если ты убиваешь противника, то говоришь, что ты фраджет, ты убил, то есть фраг, там, и диктор говорил, там, 3 frags left, там, 2 frags left, там, до завершения арены. В общем, там были фраги. А в Counter-Strike почему-то всегда говорили киллы. Вот, ну и все, кто играл в Quake, они считали себя более, значит, хардкорными, чем Counter-Strikers, ну, потому что в Quake там постоянно надо двигаться, там нужна большая меткость, надо постоянно попадать, ну, вроде бы как, ну, то есть до сих пор, да, как бы, кто лучше, лыжник или сноубордист, то же самое и так. Ну, в общем, я вам скажу, я относился к той категории людей, которая больше Quake любила, ну, и, типа, мы с тусовкой считали, что так, Counter-Strike, они даже не могут правильно фраг назвать, то есть они говорили, киллы, сколько у тебя киллов? Мы когда играли в Counter-Strike, мы говорили, сколько у тебя киллов? Я говорю, какие киллы? Я говорю, у меня нет киллов, меня еще ни разу не убивали. Ну, что килл это типа убийство, типа смерть. Это нет, вот сколько ты убил, а, фрагов. Вот так вот. Так что если вдруг вы не знали, что такое фраги, это то же самое, что и килл, но только фраг. Да, драфт, собственно, вторая игра. Визаж, Квапа и Рубен. Нечто иное совершенно нам показывает Рутикей. Ну, посмотрим, можно ли с таким пиком делать 70 фрагов. Точнее, не так. Можно ли с таким пиком делать 3 фрага в минуту. А тут, получается, значит, Old Boys забрали дроу. Типа, у вас визаж, а у нас дроу. Не сойдемся мы, как в море корабли. Ух. Слушайте, я, наверное, чайку глотну. Как-то игра, конечно, очень была жесткая предыдущая. Хорошо. Наверное, даже таблетку съем. Для горла. Что там, резервное время пошло. Ну, а додумай, да, теперь, что к визажу добирать, как бы что добирать. Ликана, давай, Ликана. Даешь Ликана, Рутикей? Не, ну если они хотят сыграть агрессивно, то им не нужен Ликан, им нужен там, типа, Джиггернаут. Или тролль. Лайфсилер, конечно, тоже бы пригодился, но вот его в бан отправили, Джоу. А, о, точно, совсем я забыл про Сларка, а это хорошее подспорье. Хороший герой, который тоже может экшен наводить. Ну вот этот персонаж с блинком, это как бы
само собой разумеющееся. Но Templar Assassin Draw Ranger тоже много физдемажа внесут. Но сейчас у Old Boys как-то попроще будет, наверное, им отбиваться, тем более Refraction. Ну там да, там есть чем сбивать Refraction, там есть как бы яд у Квапы и так далее, и так далее. И Визажата. Визажата. Так, ну Ехом могут еще над Сталкера взять. Раз уж они так агрессивно любят играть, раз уж они со Спиритбрейкером, там, с Сандайнгом вырвались, убивали. Кстати, как интересно, да, забанили двух... Два ФП сами забанили из своей же игры, своего же пика. Ехоум. Угу, Клокверка убрали. Ну, Ротики на многих умеет играть. По флейнерах, ну, если вот они сегодня так агрессивно играют, я бы на Найтсталкера поставил. Ну, как бы агрессия. Найтсталкер это, ну, в крови. Ну, можно попробовать что-нибудь другое взять, конечно. Можно попробовать там какого-нибудь Виномансера любимого Рутикеем взять. Но это такое. Это, честно говоря, я бы не рекомендовал. Ну, не знаю. Ну, совершенно мне не нравится здесь Виномансер. Ну, хотя да, то есть Refraction. Ну, Refraction и так как бы есть, чем сбить. Есть Квапа. Насчет Тайдхантера. Ну, может быть, да. Тайдхантер влетел. Ревич Квапа залетела. Там тоже проказ дала. Дроу забрали. Сларк прыгнул. Убили Шейкера, раскатили Темпларку. Так это же еще круче. Это лишь Широчок, мы уже видели сегодня лишь Широка против Old Boys в исполнении ВГП, Vici Gaming Potential. Этот лишь Широк был. А, так подождите, а Рутики тогда на Квапе будут играть, а лишь Широк в мид пойдет? Ну, может и так, может быть. Может быть, да. Как-то олдбой загнанный в угол сейчас ощущается. Угу. Так, а где ваши дизейблы? У кентавра есть стан. У шейкера есть тоже там несколько станов. Ну окей, есть дизейблы. Но не хватает вот такого точечного дизейбла. Как, например, у Рубика телекинез. Оп, и телекинез. Оп, и ты уже ножками дрыгаешь в воздухе. Или как у Лешрака. Оп, и стан. Ну там как бы не получается. Оп, там оп, и потом стан. Ну, не знаю, точно ли я по таймингу сказал оп, но как-то так это должно выглядеть. Что там чуть-чуть осталось, да? Чуть-чуть до начала игры. Чуточку. Совсем малость. 10 секунд remaining. Самое, что ни на есть малость, и мы начнем. Так, секунду. Попали мы, да, попали. Попали. Куда попали мы? На карту попали. На Рутике мы попали. Ну, это не мы попали, это попали Old Boys. Все, все переключил. Давайте смотреть. Кто бежит, все бегут. Куда бегут? Навстречу друг другу, навстречу судьбе. А, так все-таки на Лешраке будет Ротикей. Ну, ладно. Я думал, знаете, надоело Ротикею в прошлой игре погибать, но он же там на Спиритбрекере забежал, типа погиб. Или там даже иногда он ультимейты не успевал давать. Думал, что решил себе Квапу отжать, говорит, ну я типа могу запрыгнуть, конечно, но будет возможность и уйти. У Спиритбрекера возможности уйти нет. Ну, типа, как бы неожиданно уйти. Квапа может так блинка и все, ее нет. 6 секунд кулдаун, как бы можно выжить, как бы в определенных ситуациях. А Спиритбрекер, если уже забежал в сражение, то будь добр... Борис до конца. Угу. Тень от деревьев, смотрите. Не обращал никогда внимания. А тут есть тени от деревьев. Но они не такие немножко тени. А, тут даже тень в воде есть. Да что? Ну ладно. Как-то видите, на такие мелочи не... Я, вы знаете, вот тут же есть небо, по которому облака вроде как ходят. Иногда тени там от облаков видно. Там на земле или там где-то на воде. Я когда-то обращал на это внимание, а потом просто перестал на это обращать внимание. Слушайте, а ведь надо же для всех этих топоров там
хвостов, каких-то плащей, накидок. Тоже тени прописать на земле, чтобы они как-то отбрасывали. Или какая-то специальная программа есть, которая это обрабатывает. Ладно, я не силен в этой всей механике, математике, но это довольно немаленькая работа. Так, у нас трипла против триплы, понятно. Ну, то есть, вот куда можно смотреть, а все равно ФБ произойдет где-нибудь вот здесь вот или тут, да? А мы будем сюда наблюдать. Ну, давайте наблюдать. Тут много героев, смотрите, раз. Прям на экране у нас 6 героев помещаются. Ланем вроде как улетает. Угу. За минутку Квапа уже 5 крипов замесила и одного заденаяла. Так, двоих. Двоих. Эх, осторожная игра от обе команды. Ну, тут вот... Ну, вот даже не знаю, где... О, вот тут вот что-то случилось, подбросили. Ой, как-то промахнулся, Сию, ты чего? Расстреливает его из лука. Хорошо, расстреливает, есть фиссура, есть что, это Ферзеблад? Да, это Ферзеблад, который Джоу забирает. Вот так вот. Ну, а ошибся там немножко Сларк, мимо прыгнул. Кстати, безумная Дроу. Ее торбит, штормит ее, штормит. Приняла Дроу что-то. Какой-то напиток. Red Bull, наверное. И теперь ее, посмотрите, глаза на лоб лезут просто. Она... Ладно, дабл дэмэдж у Квапы. Кстати, вот Квапа... Квапа с дабл дэмэджем может попробовать эту парочку здесь запинать сейчас. Так, смотрите, по 105. Еще 105, еще прыгает, еще дальше. Боже ты мой, еще чуть-чуть. И вот отпустил ВВФ. Вот там яд. А почему? В смысле, ВВФ, что я говорю, Понитанк отпустил ВВФа. Но может быть это даже к лучшему, потому что пешком, пока там доберется Темпларка до фонтана, потом пока назад прибежит, или ТП сделает, Понитанк безнаказанно пофармит. Ах, вот оно что решили. Смотрите, решили, что здесь сложно, триплу мы не выиграем. Значит, мы просто одного саппорта убираем оттуда и сделаем, и получим преимущество где-нибудь в другом месте. То есть здесь мы уже проиграли. Не стоит дальше проигрывать. Давайте что-то менять. Давайте какой-то ганг, какой-то куда-то чего-то как-то. И вот этот ганг, возможно, будет на кентавра. Но это же изи минус кентавр. Но Рубенчик спалился. Дидити, ну как же ты так непрофессионально зашел отсюда? Нужно было отсюда заходить. Хотя вроде что, Диди не видел его или как? Ну подходи просто телекинез и туда же... Не надо даже никуда бросать. Просто подними в телекинез, а RTK даст сплит сюда. Earth Splitter, Splitter, Earth Splitter. Шейкер забрал визажа. Ясно. Ясно, понятно. Ну так что? DDC, ну пройди вот тут вот как-то, обойди. Ну что ж, это ж легко. Один брони просто у DDC, вот в чем проблема, и нет танга. Вот было бы танга, скушал бы вот здесь вот два дерева и вышел бы вот так вот. Кентавр там пингует, что там кто-то есть, DDC у меня там сидит на хвосте, в лесу. DDC, конечно, много времени здесь провел и как-то вот безуспешно. Угу, кинжальчик не уходит в мелт, но слишком близко ВВФ стоял к Квапе, там было не увернуться. Вот, уже рефракшена нет. Ну, пошла Квапа за руной Регена. Несмотря на то, что их здесь двое, они как-то еще умудрились линию запушить против триплы. Ну, с Регеном теперь, конечно, Пенни будет поприятнее стоять. Оп, крик, хорошо. Где кинжал? Кинжала нет, просто маны не хватило на кинжал. Еще надо... 6 маны, уже 5. Ну, это поближе подойти, чтобы в мелт там не смогла уйти темпларка, то просто... Оп, оп, успела, да? Успела, да. Ну, теперь можно и реген, наверное, заюзать. Слушайте, а у ВВФ маны так нормально. Порядком, что тут? Тут ТП. Погиб все-таки кентавр. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж, неплохо, размен получился. Пенни танк не может пока никуда убежать. Крикнул, мелт все получает. Неужели ВВФ его сейчас убьет? А Рубенчик, ай замедли, а хорошо сыграли, с двух сторон зашли. ВВФ в погоне за пенни танком. Погиб под тавером. Упал мертвым, лежит.
через 18 секунд появится. Так, кто здесь был? Здесь никого не было. 3-2. Ну вот пока что команды начинают сейчас более-менее ран. Но в прошлой, на прошлой карте то же самое было. А потом на 5-й минуте что-то случилось, как будто бы щелчок по носу, только бэмс, и погнали. Типа будильник прозвенел, кстати, вот сейчас замедляли. Джоу чуть не убили, но чуть не считается. Сию не поддержала ту атаку от Ртикея. А вот зато Кентавра поделал. Ох ты, успел зацепить, бросил назад, застанил, но самого Кентавра-то это не станет способность. Вот Кентавр станет DDC и Double Edge. Неплохо, неплохо. Так, Квапа, 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 Квапа убежала, а вот Ланему придется остаться здесь, наверное, навсегда. А Трапа через 3 секунды возвращает Ланема назад. Ланемчик, Ланемчик говорит, я в другую сторону побегу. Я в другую сторону. Ну-ка, 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 теперь вот так вот, теперь буду драться, а там Дроу пришла. Дроу, ультимейт получила, Квапа, поединок Салец. И так Сию должен забрать Дроу. Должен запрыгнуть за нее, найти Квапа, запрыгнула, хорошо, Квапа не убила, ты зачковала, хорошо. А Сию сражается дальше. Там Диаболик, там не уйти. ВВФ зацепили, подцепили на сплиттере, убили. 5-5. Ну вот опять, да? Вот опять включили свою машину, Ехоу. И начали убивать противников. Но у них так получается, что у героев очень много скиллов, да, спылов. И они вот постоянно как бы чего-то вот за счет спылов дерутся. То есть Лешрак пришел, ну, Лешрака вообще пассивок нет. Один, второй, третий, Квапа тоже кричит, там кинжалы бросает. Тот же Визаж, как бы, да, или там Рубен, или Сларк. Очень неплохо, так за счет того, что можно как бы прожимать кнопки. Вот они их прожимают, 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 прожимают. И убивают, 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 и убивают. В прошлой игре слишком много убивали. Угу. ПТ. ПТ, ну что ж, кто быстрее заберет вражеский вард, быстрее забирают Old Boys. Угу. Так, Сию. Оп, дабл. Ай-яй-яй, больно. Больно. Ну, можно попробовать там пойти порегениться, да, пока Кентавр не видит. Так, вот сейчас. Оп. Нормально так Сию на регене, то Кентавр неужели хочет дабл эджем как-то попробовать Сию? Так ускоряется, надо уйти в ультимейт. Да, вот так вот в ультимейт уходит. Чуть-чуть дает Дизи, Дизи просто пробежал круг почета. Тем временем у нас здесь Лешрак нападает на всех. Фиссуру пока не получил. Вот сейчас Фиссура. Там Дроу выходит, и Дроу начинает замедлять. Дает гаст в Рутике. Рутике ничего не может сделать, но он там в лесах попробует сейчас замансить под себя. Вот Диаболик дует стон хороший, дует и молнию тоже. Неужели Джоу сейчас он убьет? И Джоу выживает, он там стоит. И нет, Джоу таки погибла, потому что Ланем там помог. Но Лешрак тоже отдался. Хотя, посмотрите, Ланем уже дабл килл делает. Какой же крутой размен только что произошел у нас здесь. Так, Квапа, боже, сейчас еще и убьют они на самом-то деле Шейкера. Так, в Ланема, Ланем минус Ланем. 3 в 3 уже подрались. 3 в 3. Так вот, 3 в 3. Хорошо. Но это вот... Это заслуга Рутике, который до конца доиграл. Зашел сюда. Включил Диаболик, включил стан. Дал еще молнию. Почти что убил Дроу. Ух, ух, Рутике. Боец, боец, панчер. Гладиатор. Так, вот сейчас у Квапы небольшая проблема. И надо реген включать. Да, реген включила, но запрыгнула не очень удачно. Не очень. Ой, Фиссура, Фиссура, Фиссура. Ну, Квапа сейчас может неожиданно выпрыгнуть. Но она может допрыгнуть максимум вот сюда куда-то, мне кажется. Хотя. Ну, разошлись, ладно. Рутека. Radiant's bottom tower is under attack. В общем, да. Минус тавер там Пенни, конечно, проверит лиса, и DDC тоже, но навряд ли кто-то стоит. Как мы видим с вами, никто не стоит. А вот Сию, что у тебя? У тебя ПТ должно быть какое-то. Ну, видите, это не лайфстиллер, у него армлета нет, не так удобно драться. То есть лайфстиллер может переключать армлет и там как бы за счет этого жить. Но тут как бы Старк может жить за счет того, что у него ультимейт имеется, и читерская регенерация, как бы еще и дарпак макшиной, что тоже неплохо. Но он, по сути, с дарпак-то и с паунча может 500 дамаги влить магическое. Это немало.
Смакер, Рутикей стоит, и это значит, что... Что это значит? Это ничего не значит. Это значит, что Лонг Ди сейчас погибел. Зацепили Лонг Ди, бросают назад. И Лонг Ди, конечно, Кинетик Филд поставил, но в нем остался только один лишь Рутикей. Слушайте, столько событий, только 10 минут прошло. Ну вот они, и Хоум. Вот с ними на International, наверное, все игры будут интересные. Будут ли они выигрывать или будут они проигрывать, потому что они навязывают вот этот вот быстрый темп, быструю. Тут есть фиссура, хорошо. Мелт кого-то едет, нет, никого Мелт. Подцепили еще и YYF, бросают назад, но все отступают. А вот молния, а вот так вот тебе еще и замедление. Грейв, чил. А Soul Assumption промаксил. Фиссура. Ок. Ну-ка, ну-ка, прыгни, ну-ка, прыгни. Ну-ка, ну-ка, Дарпак, ты есть стан. Он сбросил себя стан. А ты что, почему дальше-то не прыгнул-то? Ну, ты же там под регеном. А, хотя реген, ну, еще 5 стиков. Ладно, в общем, не пошло. В итоге Пенни. Пенни, возможно, будет сейчас убит, если Гаста не уйдет. Ух, куда запрыгнул-то? И сейчас же будут здесь лиса искать? Конечно же. Такой Пенни. Непредсказуемый. Еще и запрыгнул так, что вот его там было вообще, в принципе, не видно. А сейчас зайдет со спины на дизраптора, например. Так, как Пенни уже увидели, а Бринг-то через 4 секунды сейчас. Ну а почему кентавр? Кентавр, ты куда? Вот гаст. Пенни, мансит, смотрите, как он мансит, прыгает, уходит. Кентавр, нет, возвращает квапу назад, хорош. Вернули, надо квапу спасать, нет, квапу уже никак не спасти. Квапа просто-напросто погибла. Ну тогда тавр расстрелять. Под диаболик подходить никто не хочет. Вот так вот есть одно оглушение. И есть замедление в ответ. Запрыгивает на Сию, уходит в ультимейт. Или не уходит, пока не уходит. Пока Сайленс получил, кентавр ускоряется. Забрали Сию. Вот это плохо. Он здесь гоняется за Лунг Дизи. Лунг Дизи выжил. Есть фиссура за DDC. Так, вот минус шейкер уже. Джоу стоит. Дрыгает лапками беспомощно. И Джоу погибает. 9-1. Ну сейчас как-то более равномерно идут команды. Все-таки не такое преимущество. Куда же ты, Ротики, идешь без маны-то? А, он ушел разрушить тавр. Понятно. Давайте графики посмотрим. Слушай, ну да, если так равно будут продолжать драться, то до 100 фрагов мы можем с вами и дотянуть. Так, а что у Сларка? 3500, 5200, 5400... Ну, конечно, РТК и Пенни очень сильно вышли вперед. А тут что-то не то. Да ну нет, ну как? Ну, стан, хорошо. Дабл эдж, фиссура и минус. Минус. Вот так вот даже Эхослэм Владема потратили, не пожалели. Ну, Владем там до конца, конечно, будет и попробовал убить и убил такие. Так вот, насчет квапы, она же собирает себе... Ну-ка, попал, отменял там, замедлил, надо на ход бросить туда, туда далеко, нет, не достал. Короче, квапа. Квапа собирает... Некрономикон. Ну, не достал. А вот тут Рутики включил ультимейт, зацепили, Диди сейчас погибнет, да, Диди однозначно погибает. Газ в троих, это хорошо, но будут преследовать. Будут бежать за YYF, будут птицы лететь, будут просвещать, будут как-то... Может быть, Джоу зацепить туда, так вот забить. Ай, хорош, что достал, Рутики, правда, фиссура. Вот тут достал и сею, и вот просто ТПА у Дроу Рейнджера делать. Тогда, ладно, тогда будем брать YYF, а я буду его пытаться убить. И YYF выжил. 11-13. Так, вернули назад Рутики, Гаст получил, но он уже успел скастовать пульс снова, так что к нему подходить все равно опасно, а вот так вот, а если так, а если квапа просто по троим заучил, это по твоим точно, но Рутики это забрали, однако это не важно, потому что 820 сейчас тоже должен погибать, или нет, или да, или кто, или вот YYF, вот более важная цель, бросают рефракшн, решают, и просто избивают YYF, а квапа там контрольный крик. That was perfect, конечно, это было перфектно, это же Пенни танк. Золотой Скази у Сларка в руках, а в мыслях Скази настоящий, да, игровой. Ну, тут далеко еще, конечно, будет до Скази, учитывая, что все-таки он барабан еще не дособирал. Или дособирал. Нет. Тут скорее Квапа дособирал, а не Карномикон, чем Сию дособирал барабан.
Посмотрим, как парни фармят. Лучше всего, конечно, фарм у Рубика идет. Ну, просто потому, что он вообще отсутствует. Ну-ка, давайте посмотрим, что делает Old Boys. Здесь байт на Джоу. Ну-ка. Так, Вайваев заходит. Ну, байт не удался. Теперь понятно, кто там где. Ну, как, не совсем еще байт, а смог есть. Решили зайти на хайграунд. Олрайт, а вот они, птенцы-то. Смог закончился, и птенцы просто диди пытаются убивать. Так, приземляется один, приземляется второй. Ой, отрезали Вайваев, как же вы бросили эту пларку здесь? Есть фиссура, но эта пларка уже погибла. Продавразменно Рубенчика. Но замедление в Джоу, и погоня, скорее всего, будет за Джоу, потому что он тут самая лаковая цель. Квапа, Пенни, через секунду будет кинжал. Замедлили Джоу погиб. Безвозвратно. Минус 2. 2 в 1, неплохо. Что-то вы все-таки увлеклись этим байтом. В итоге одна темпарка здесь была в окружении противников. Все остальные вот находились где-то вот в этих местах. Бежали помогать, но было поздно. Фиссура уже была дана в мертвую темпларку. А, ну, то есть, когда она уже погибла. Так, и что? И ничего. И бьем Рошана. Рошан говорит, не рутики, дружище, ты не уйдешь отсюда, я тебя буду бить. Так, там что-то развлекает Си, ну правильное решение, да, он погиб, но это он не загулял, это, типа, не что ты здесь сделал, он здесь, как бы, а теперь все-таки что-то здесь сделал, потому что они тогда должны были, пока он там развлекал их, убить быстро Рошана, в итоге они его дали и Рошана не убили, ну то есть я думал, он специально туда пошел, чтобы там, как бы, отдаться или не отдаться, ну а свои парни Рошана убьют, ну вот. Парни не убили Рошана. Пытались бежать на помощь, но как бы в итоге Рошан достанется. Ой, это интересно. Если достанется, конечно. Так, птенцы. Оп, ой, одного убили. Ой, подрезали одного. Ну-ка, стан. Хорошо, у двоих. Вот новые птички полетели. Так, сейчас будет еще один. Так, запрыгивает по ней. Хорошо, заультил-то, забрал сразу же. Дружище, пошла в него фиссура. Запрыгивает сюда, диди, есть стан. Если дабл эдж, Пенни не живет уже. Или живет, Дики проживает, выживает. Каким-то образом здесь уже сейчас погиб. Там зашел Рутики, просто музыка проходит. Всю магию дает, которая в нем только лежит. А Игис тоже выбивает. Вот это Рутики. Ну-ка, стан. И по таймингу же стан. По таймингу. Ротика. Бенефис просто у Рутики сегодня. Ну, шикарно сыграли. Лишь Раку только и надо было, чтобы как можно больше игроков оказалось вот в этом месте. Зашел, Диаболик, пульс снова, молнии, станы, там выжить невозможно. Машина для убийства, лишь Рак, это хорошо. Ну, в смысле, хорошо, потому что интересно, потому что красивый, как бы, герой, ну, в смысле, красивый, интересные скиллы у него. Интересные мувы можно на нем делать. Нетривиальный, да, то есть не такой просто там, допустим, стан, как у... Ну, я не знаю. Винги, да, просто стан дали и все. Так, друзья, мне надо на секундочку отойти. Буквально на секундочку. А, нет, все в порядке. Так, ну что, Ротикей. Ротикей, все в порядке? У Ротикея все в порядке, а у Джоу, ну, у Джоу тоже хорошо, пришли тавр бить. Так, все, тавр убили. Подождите, а что по таврам? Давайте посмотрим, 19 минут игры прошло, еще графики почекаем. Похоже, только один тавр отсутствует. Ну, тут, конечно, почти... убит, но все равно. Так, один, два, всего лишь три тавра у нас на карте убито. Герои в основном предпочитают драться между собой. На графике вот такие вот все-таки в пользу Ехоум, но преимущество не глобальное. Так, а, вот все-таки Пенни доделал жуткое дело. Тавр забрал еще один. И смотрите, как он играет. Пошел дальше атаковать. Вынуждает кентавра возвращаться. Тут, видимо, рецепты летят. Один летит рецепт. И вот еще, смотрите,
пушь-то захлебнуться, там можно попробовать кого-то отрезать, сбить ТП. И что, Вайвайфу сбили такие ТП, вот оно что, даже двоим еще и дроутом подцепили, и Вайвай здесь один остается. Уже не важно, что с Квапу, кстати, убили. Квапу таки убили, но и Вайвайфа убили. Вот один в два получился размен. Ну, поменяли важного героя на двоих важных героев. Это хорошо, да, конечно, в плюс вроде как. Да, в плюс. Двоих потеряли, еще и больше заработали. Забавно, да? Потом Квапы, за Квапу дали много. За Квапу дали много. Итого 16 на 23 у нас счет. Ну-ка, давайте по общей ценности посмотрим. Ну, отстает, конечно, Рубен. Но не так уж и сильно. Ну, не важно, что Рубен отстает. Главное, что посмотрите, здесь 8 тысяч, здесь тоже 8, здесь 7. Ну, то есть нормальные артефакты. Блудстоун, 10 зарядов у РТК. Попробуй теперь его побить. ХП, посмотрите, 800, да, здесь 1000. Дроу, 1000, ну... Статы выходило, потому что плохо все у нее было. Так, кентавр вот так вот запрыгивает в РТК. Хорошо, но успели его подцепить. Хослем от шейкеров троих заходит. Но сам шейкер еле живой. Сейчас, возможно, погибнет. РТК, да, уже погиб. А вот шейкер, а шейкер еще жив, нет, уже мертв. И DDC, DDC, DDC там просто летает между всеми сию, пытается что-то делать, замедляет ВВФ. Ух ты, пробили так его очень сильно. Запрыгивает, 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 зацепил и убил таки сию, красавчик. Показывает нам тоже, что и в прошлой игре, но на другом герое. Да, ой, Квапа. О, хорош! Пенни говорит, оставь его мне. А здесь еще и забирают Дроу Рейнджер, которая что, которая байбек сделала? Или она не погибала? Это она байбек не делала, не погибала. В общем, 4 в 1. Одного ручки... А он... Вот оно что. Он не погиб, он себя заденайл. Неплохо. Так, погодите, если он себя задунал, он, значит, и своих союзников похилял. Кентавр там где-то Рубика подрезал. А, вот так вот он зашел со спины. Хорош, Дизи, хорош, но... Сейчас просто его раскатит. Посмотрите, два оранжевых персонажа, еще и две птицы. Мега-килл визаж. Мане. 10-4-12. Уху-ху. Ну, вот только мы говорили, что всего три тавра было убито там к 20-й минуте, как... резко стало больше. Так, ой-ой-ой, там Асларк, оказывается, со спины тоже прыгает. Но Асларка сейчас быстренько убьет, да, и вот спасти его ровным счетом некому. Замедление на ход Ланему. Дроу там бежит. Так, возвращает Ланема в другую совершенно сторону. Но... А Ланем, смотрите, он знал, что может хоть кого-то убить, и попытался его здесь зафокусить, но все-таки не вышло. Неожиданный выбор Квапа с Некрономиконом, но, тем не менее, выбор неплохой. Весьма-весьма неплохой. Так, 20, ну, смотрите, уже 50, ой, сейчас 48 фрагов сделали за 20 минут. Но если еще 20 минут будут драться, то будет как раз ровно 100 фрагов. Дезолятор у темпларочки-то, ну не хватает еще 1000 монет, возможно тавр, ну как, ну ты что ж, ВВФ-то, можно же было тавр-то себе забрать. Зачем ты два раза подряд ударил, один раз ударил бы, подождал бы, чуть-чуть ударил бы еще. Ну ошибка, ошибка. И сейчас это важная ошибка, потому что, возможно, в новом сражении у него не будет дезолятора, а так бы он мог появиться на 200-300 голды быстрее. Там кто-то Аганим себе купил, я как-то краем глаза успел заметить. Это визаж. А кого убивают? Убивают Джоу. Ну, Дроу, конечно, тут совсем грустно. Точно так же, как Герокоптеру было в прошлой игре, вот так вот Дроу сейчас я чувствую. 4-9. Ну, у Герокоптера 1-10 в какой-то момент было, сейчас у Дроу 4-9 и... вариантов, что нам БКБ купит в этой игре, вообще нет. Вот видите, говорите, уберите БКБ из игры. Да, не надо его убирать, просто не дайте его купить. Посмотрите, постоянно драки, постоянно экшен, просто денег нет, чтобы купить БКБ. Так, на Квапу есть Квапа, есть Тан, есть Дабл Эдж, есть, кстати, Кшторм, Хаслэм в никуда. Но не страшно, пытается Сию что-то делать. Сию так тут шейкера отрезали, Рудики, конечно, сейчас сожжет этого шейкера. Так и произошло. А дальше птенцы летят, птенцы 390, а здесь 300 тоже 90. Не догнать, не догнать. Угу.
Иногда будем фармить леса, говорит Сию. Сию. Решил БКБ. Ну, БКБ надо, да, потому что много, много скиллов, много магии. А рейдж отсутствует. Ну, и ротики тоже БКБ. Ну, по-моему, как только БКБ они купят, вот на этом все и закончится. Просто пойдут и запушат. Ну вот все равно не понимаем, почему нектарин не покупают. Почему блудстоун надо? Ты же не шторм, чтобы манна регента. Не, ну лишаку, хотя тоже, у лишаку бы тоже, наверное, манна регента не помешал. Так, 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 так. Кентаврик, кентаврик, ты паут. А ну-ка, стан успеет ли? Да, успевает. Нет. Казалось, что успевает. Странно. Ну, ладно. Так вот, все-таки... Ну, Лишраку, да, вот, смотрите, здесь 9 секунд, здесь, ну, здесь непонятно, вот здесь, ну, как, не то чтобы непонятно, 22. Диаболик не тот скилл, который ты часто применяешь. А вот пульс снова, которая ману, конечно, жрет. Плюс Lightning Storm, который маленький кулдаун имеет, и Earth Splitter. Все-таки, да, наверное, Лишраку есть профит от Bloodstone, от быстрой регенерации, чтобы он больше фрагов, вообще, чтобы он больше скиллов дал в сражении. Ну, Ланема убили, да, но ВВФ, а что ВВФ? ВВФ стан, стан не попадает, есть Некрономикон, третий, просто погоня за Темпларом слышит, вот так вот, еще и цепляет Темплар Саффит, забирает Темплар Саффит, тем временем Ротикей погибает. Это, кстати, плохо, но там Сайленс, да, диди, диди, Форс Саффит, смерть, там себя Форс Саффит, да, сам себя Форс Саффит. И дальше преследование идется, ведется, вернули назад Сию, Шейкер, Квапа, Пенни, 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 Гаст не получил, а вот Квапа получила фраг. 2 в 2. Ну, Некрономикон есть, надо тогда пойти его реализовать, в смысле убить Тавр. Ну, или хотя бы как-то его там, ну, не знаю, пробить, что ли, там, побить. Ну-ка. Тем более, есть фамильярчики, можно спокойненько... Ну, смотрите, смотрите, сука, дэмэдж же там носится, да? Оп, оп, вот так вот зацепил дальше, неужели дроу сейчас убьет-то? Ой, БКБ Сию прожал. Ну-ка, с БКБ тогда надо идти дальше или нет? Нет, нет, нет. А зачем БКБ прожимал? Чтобы тебя просто не глимпсанули? Ну да, все равно бы дроу погибло. Странное решение. Здесь кентавр тоже ТП делает. Ну, опять не успевает Ротикей сплит дать. Сплитерс. Ну, смотрите, даже учитывая, что Ротикей так круто играет, все равно он погибает, все равно вот Блудстоун у него там не максимально накопил этих зарядов. Все-таки, может быть, стоит задуматься об этом Октарине. Октарине-нектарине. Ну, собственно, об этом артефакте. Да где ж ты, вот, Таринкор. Слушайте, а в отличие от Блудс... Так, ой-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 ой. Back to Dust. Назад в пыль вернулся. Шейкер в Dust это, наверное, все-таки грязь больше, чем пыль. Ну, в общем, назад, типа, в глину, наверное, или в песок. Ну, звучит это, конечно, эпично. Back to dust. Back to dust. Можете так своим друзьям вместо приветствия. Back to dust. Так, ладно, это, короче, мы какую-то не ту тему затронули. Давайте лучше затронем тему Рошана, на которого медалька. Рошан получает медаль за заслуги перед комьюнити и получает еще раз. Кстати, здесь вот, может быть, Solar Chest какой-то давать там тому же Ротикею или Квапе, потому что фокус там в них идет, а как раз дополнительная броня и дополнительный уворот очень бы даже им не помешал. Ну, допустим, заявить тычку с Мелда. Да, это было бы весьма-весьма неплохо. Смог прожали. Парни и бегут найти кого-то. Ну, тут уже никого не найдут, потому что тавр-то потеряли. И, соответственно... А, нет. А, нет. А, нет, остались. А, остались в лесах. Так, очень рядышком с ВВФом бегут. Очень рядышком. Очень рядышком. Вот так вот забегают. Ну, сейчас темпларочку найдут. Ой, нашли. Ой, нашли. Ой, видели. Хорошо, зацепили сразу же. ТП. Вот когда? Куда? Никуда ты не уйдешь. Ну, у ВВФа была мгновенная реакция. Видите, он сразу прожал ТП, но... Точно так же, как и Диди, никуда он отсюда не денется. Дабл килл. Так вот. Дабл килл Сларк. И здесь успел, и наверху успел. У кого хейст? У Лонг Диди. Ну, у него даже блинк есть и гем. А зачем ему гем?
У Сларка ж ничего такого. А, ну просто гем нужен, окей. All right. Золотые блинки красивые. Это новая анимация, так понимаю, блинкам тоже добавили. Оп, 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 оп. Мимо, 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 мимо. Джоу, беги, Фисура, спаси. Фисура спасла, Джоу убежал. Ну, я так понимаю, собрались уже пушить, уже хватит, уже надоело играться, надоело размениваться, уже просто хотят пойти и закончить. Так, Диаболик, сразу же Глиф, Рутикей БКБ имеет, имеет Аегис, друзья, поэтому, поэтому все. Где молния? Молнии нет, птенцы там разбираются, неплохо так разбираются, вот присели уже все втроем. Ну, Рутикей-то, подходи, подходи. Не хотят начинать сражение, ждут вот, когда олдбой с первыми начнут. Видимо, выгодно начать вторыми. Так вот, но он, не, все-таки начинает силу, зацепил ВВФ, а кентавр ускоряется, БКБ, Рутикей прожимает, Рутикей мало хп, но у него есть Регис, есть Фисура, мимо Фисура, Квапа там тоже за БКБ. А, короче, они не дерутся, они просто бьют барак. Вот так вот. Но даже не барак особо-то не били. Оп, смолда. Вернули РТК назад. Ну теперь вот так вот, а Сию прыгает, Сию. Ох, не получилось зацепить, как-то он успел там хитро так уйти. В итоге все свои скиллы и олдбойс тоже потратили. А Рутикей-то, манки-то у него нормально. Так что там уже пошла атака такая. Хаслэм во всех просто, но никто не погиб. Рутикей, Рутикей фокусят, Рутикей пытается убить. Рутикей выжил каким-то чудом, Рутикей выжил. А здесь Шейкер уже погиб, и ВВФ за ним погоня прыгает, привязали его. Ушел в невидимость, включил рефракшн, пытается уйти, не уходит. Рутикей, пульс снова, минус сторона. Или пока еще нет. Ну, пока еще нет, но в скором времени будет минус сторона. Так, да, Суртики, да, Егис он, конечно же, отдаст здесь. Но, смотрите, как играет хорошо. Ланем сразу же птенцов призвал на помощь. Так, птенцы сели. Эрро ТК, похоже, сейчас забьет Диди. Квапа еще помогает ему, да. Убили. Ой, Темпларка решила обойти. Но этот маневр стоил ей жизни, ребята. Стоил жизни. Ну, что, дальше погнались. 63 фрага, ребят. Ну, скорее всего, около 70 будет. Да. ГГВП. ГГВП. Эта игра была не такая насыщенная, как первая, но она была более равная, но все равно. Финальные графики его до 25 тысяч дошли уже. Так что слишком сильны были, слишком хороши. Слишком жестокий, слишком брутальный, слишком профессиональный. Но мы, кстати, поздравляем. Ехоум побеждают. Вот они. А, там, наверное, уже огласили, да, кого пригласили на International. Ну, в общем, наверное, да, может быть, нет. Как бы там ни было, мы с вами на сегодня прощаемся, друзья. К сожалению. Ну, просто потому, что больше нет игр в A-лиге сегодня. Что это такое? Это, наверное, что-то там с этими связано компендиумами. Ладно, не суть. Спасибо, что были с нами, друзья. Приходите завтра. Каждый день что-то новое, что-то интересное на StarLadder. Нам с вами очень интересно. Вам, я надеюсь, тоже. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всем пока.